В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления по физической культуре администрации Рязани Кирилл Сосунов. Здравствуйте. Здравствуйте. В Рязани пройдет традиционный забег в честь дня рождения Деда Мороза. В этом году площадка выбрала лесопарк. Это не случайно? Да, не случайно. Выбрана в этом году площадка. Там находится резиденция Деда Мороза. В связи с тем, что в этом году Рязань участвует в проекте «Рязань. Новогодняя столица 2020», он, наверное, символично провести данное спортивное мероприятие именно на территории лесопарка, на территории резиденции Деда Мороза. Я знаю, что раньше были забеги и в ЦПКО, и в Нижнем городском парке, но все-таки здесь получается лучше. Ну да, в Верхнем городском парке были. Пробегались, да, но здесь есть все условия для проведения данного забега. Есть и раздевалки, есть и сцены, где можно провести и торжественное открытие мероприятия, соответственно, и провести награждение наших победителей и призеров. Дорожное покрытие позволяет. Единственное, что на что мы надеемся, рассчитываем, это на хорошую погоду. А кто сможет принять участие в забеге? Принять участие в забеге могут все желающие, имеющие справку врача и какой-либо новогодний атрибут. Какие требования к участникам? Основные требования – это справка и атрибут празднования Нового года. То есть это может быть все, что угодно. То есть от костюма Деда Мороза, да? От костюма Деда Мороза, от колпачка. То есть, ну, все, что связано с Новым годом, все это приветствуется, и все это является обязательным для принятия участия. В чем можно бежать, как выбрать обувь? Валенки, как у Деда Мороза, или все-таки в кроссовках можно? Ну, тут все зависит от вашего желания. Ну, наверное, все-таки, на мой взгляд, наверное, бежать все-таки удобнее, конечно же, в кроссовках. Тем более, если погода будет солнечная. Ну, по прогнозам, да, плюс 6 и солнце. Будем надеяться. Какие дистанции будут в этом году? В этом году будет дистанция 250 метров и 500. 250 метров могут преодолеть взрослые с детьми до 6 лет. Все остальные категории – это дети 7 лет до 11, мальчики и девочки 500 метров, соответственно, и 12 лет, 17, также 500 метров. И, ну, и для взрослых старше 18 лет то же самое. Это возрастная категория, я вам сейчас назвал. Вот. То же самое, та же дистанция, 500 метров. Но все-таки, наверное, главное, да, не скорость, а показать именно... Ну, будет оцениваться, да, ну, и естественно, и по спортивному принципу, то есть по результату. И, конечно же, будем оценивать, еще есть у нас номинации. Это самый красочный костюм, это самый большой коллектив, который выступит. Ну, и то есть самый опытный, самый юный участник. А если по прошлому году судить, вот самый большой коллектив – это сколько было человек? Самый большой коллектив – это было 7 человек. То есть это какая-то организация была? Да, 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 да. Это у нас участвует. У нас очень активно участвуют детские сады, коллективы детских садов. Вот. Надеюсь, что в этом году они тоже примут участие. Но это, наверное, основной контингент тех участников, на которых, в принципе, мы и рассчитываем. То есть это детские сады, это дети, в первую очередь, дошкольного, школьного возрастов. Но тут надо все-таки понять, что костюмы, которые должны быть на них, да, и должны быть и красивыми, но и в то же время не мешать все-таки бежать. Конечно, функционально, конечно, они должны быть. Поэтому каждый должен для себя понять, в чем ему удобно принимать участие в данных соревнованиях. Но готовиться, тем не менее, нужно. Ну, готовиться всегда нужно, и ко всему нужно готовиться, конечно. Но нет такого жесткого критерия, да, по одежде для участников. То есть каждый может прийти в том, в чем ему удобно, в чем ему комфортно. Самый необычный костюм какой был за прошлые годы? Да нет, из года в год все время разные. При том, при всем, что данное мероприятие будет уже у нас проводиться в пятый раз. И каждый год находятся какие-то вот оригинальные костюмы, которых люди приходят и получают в номинации самый красочный, самый оригинальный костюм. Да. А какое количество участников вы ждете в этом году? Ну, надеемся, что уже все-таки в пятый раз проводится. Уже у нас горожане уже знают о этом мероприятии. Вот тенденция возрастания количества участников у нас как бы присутствует. Надеемся, что придет самое большое количество в этом году народа, которые были у нас в мероприятиях до этого момента. Какие призы подготовили? Ну, призы, естественно, все с символикой. Все символично у нас призы. Рязань все-таки новогодняя столица, поэтому все связано именно с призами, вот именно с новогодней столицей. Я знаю, что сейчас разыгрываются в соцсетях новогодние шары, какая-то символика, бейсболки, майки. Вот будет ли возможность выиграть что-то такое?
Будут проводиться конкурсы, будут проводиться викторины, новогодние викторины. Для детей будет работать анимация, будут ходить ростовые куклы. В конкурсе мы рассматриваем вопрос, естественно, о том, чтобы жители города и зрители, которые придут посмотреть, поболеть за своих друзей, товарищей, родственников, примут участие и уйдут с каким-то призом. А ну, вы сейчас сказали про то, как будут развлекать людей. Давайте подробнее расскажем. Вот зрители, которые придет просто, ну, может быть, не может бежать человек, а придет посмотреть. Вот что ждет это? Ну, этих людей ждет, значит, участие в викторине в новогодней, то есть они смогут поучаствовать непосредственно в викторине, ответить на какие-то определенные вопросы, да, и, соответственно, получить какой-то подарок. Также для гостей будет работать у нас площадки интерактивные. Вот сейчас мы обсуждаем этот вопрос. Не хочу пока озвучивать, то есть еще вопрос в процессе проработки. Вот. Ну, а для детей, естественно, это анимационные куклы. У нас есть возможность пригласить рязанцев на это мероприятие. Давайте напомним, когда и где оно пройдет. Да, данное мероприятие состоится 18 ноября, в день рождения Деда Мороза, на территории лесопарка. Регистрация всех участников с 13 до 14 часов. А профессиональных спортсменов вы ждете на этот забег или все-таки это больше для любителей? Вообще это, конечно, больше всего для любителей. То есть именно для того, чтобы привлечь широкие слои нашего населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. То есть в большей степени проводится для наших горожан, для тех повседневных людей, именно для жителей нашего города. Чтобы они пришли, могли прийти, поучаствовать, получить приз и пойти с хорошим настроением домой. Предновогодним, и, может быть, уже елку ставить. Ну, елку, наверное, еще рано ставить. Но настроение уже новогоднее у них уже должно как-то сформироваться. Вот хотим попытаться начать вот первым, так сказать, таким звоночком, это вот проведение данного мероприятия. Все-таки возраст от дошкольников до пенсионеров. То есть возраст вы не ограничиваете, в принципе. Возраст не ограничиваем, в принципе. В гостях программы «Городские встречи» был заместитель начальника управления по физической культуре администрации города Рязани Кирилл Сосунов. Спасибо, что пришли. До свидания. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город».